На самом деле предложение ЛДПР убрать доллар как валюту с рынка, она абсурдна. Потому что, во-первых, опять-таки, давайте не будем возвращаться туда, откуда мы так пытаемся долго выкарабкаться, да, от плановой экономики, к сожалению, оказавшейся очень нерентабельной, от диктатуры, которая выражается и в том числе в праве хождения какой-то валюты или ее запрещения. Доллар — это мировая валюта. Вопрос, как грамотно с ней обращаться, это вопрос нашему правительству и, возможно, к нашим депутатам. Как сделать так, чтобы не американцы на ней зарабатывали, а мы? По поводу упразднения, конечно, нет. Это абсурд, глупость. Тем более, что наша страна очень сильно колеблется в экономическом росте, так скажем. А сейчас очередная, насколько я понимаю, волна кризиса, о котором все шушукаются, но так оно и есть, так оно приходит. Даже по своей профессии я понимаю, что покупательный спрос у населения падает, инфляция гипертрофирована. За что будут держаться люди? За доллары, за евро. Пусть держатся, дайте им хоть что-то.